Сегодня в гостях у программы «С утра пораньше» на Русском радио побывал человек, который большую часть своего времени проводит в Москве. Но бывает и у нас. Это эстетический врач Анастас Пирузян. Анастас, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли вот эти вот знаменитые уколы гиалуроновой кислоты, они способны помочь женщине решить какие-то проблемы? Например, там морщины разгладить? Да, потому что это был... Гиалуроновую кислоту, когда придумали, она сделала целый переворот в косметологии, потому что сразу женщины стали молодеть, и уже не было такой прямой необходимости делать пластические, даже в каких-то случаях, операции. Это, по сути дела, инъекционные процедуры, амбулаторные. Сразу женщина становится молодой на много лет, то есть заполняются носогубные складки, углы рта, ликвидируются морщины переносицы. Можно сделать просто увлажнение, то есть типа белой ревитализации, то есть более жидкой гиалуроновой кислотой. То есть это никакой не художественный свист, это абсолютная правда? Нет, это абсолютная правда, на самом деле. С наступающим вас Новым годом! У нас в студии уже появилась елка. И будьте красивыми и здоровыми. С наступающим Новым годом!